Свой профессиональный праздник, не отходя от рабочего места, отметили врачи скорой помощи. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации передало врачам региона 16 реанимационных машин, оснащенных аппаратами ИВЛ. Такой ценный автомобиль теперь есть и у Люберецкой центральной подстанции. Кроме жизненно важных сегодня подарков, нашим врачам достались поздравления почетных гостей. Алексей Сульдин, как и другие врачи скорой помощи, универсальный солдат. Всегда придет на помощь. За 13 лет пришлось и роды принимать, и принимать молниеносные решения, от которых зависит жизнь пациента. Сегодня руководителю Люберецкого подразделения приходится еще и ежедневно поддерживать каждого подчиненного. Работа такая. Порой мы не знаем, куда едем и что там. Уже как бы нету консилиума, остаешься с пациентом фактически один на один. Бывали моменты, конечно, определенные усталости есть, как бы, но это кратковременно. Возвращает то, что всегда думаю, что я буду полезен людям, будут спасенные жизни, независимо сколько это будет, либо одна жизнь, либо сто. С профессиональным праздником врачей с большой буквы поздравил глава округа Владимир Ужицкий и заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы России Наталья Санина. Она и сама медик с огромным стажем, о работе скорой знает не понаслышке. Это одна из основных, одна из очень важных подстанций оказания помощи. И если эта подстанция работала раньше только на Люберецкий район, то сегодня задач у подстанции море. Это много районов, это большой серьезный труд. Нужно отдать должное, что сегодня сотрудники скорой помощи, и в частности Люберецкого района, делают максимально возможное все для того, чтобы спасти как можно больше людей. Сегодня на Люберецкой подстанции скорой помощи трудится 22 бригады медиков. В округе работают 3 крупных подразделения и 2 поста. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ,